Дорогие подписчики нашего канала, сегодня мы записываем это видео на самом юге Филиппин, на райском острове Самал. У нас появилась информация, что на этом острове живет настоящий параноид, и мы приехали специально сюда, чтобы взять у него интервью. Пойдемте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к параноидению? Это довольно просто. Солнце питает всех на этой планете. Я уверен, солнечная энергия питает и вас. Скажите, а как долго вы уже параноидите? Очень долго. Столько, сколько себя помню. Скажите, а что бы вы могли посоветовать начинающим параноидам, тем, кто только задумывается о переходе на этот тип питания? Параноедение – это радость, счастье, любовь и великий вселенский покой. Но в то же время это огромная ответственность, которая ляжет на ваши плечи. Скажите, а какие основные ошибки подстерегают человека, вступающего на этот путь? Самое главное – это правильный выбор локации. Здесь, на острове Самал, это довольно легко. Что вы делаете? Вы же едите. Что это дуриан? Да, но это не мешает моему параноедению. Попробуйте. Остановись, почувствуй биение сердца. Спокойствие мыслей и силу бессмертной души. Остановись. Вот так, дорогие зрители, даже настоящие параноеды не в силах устоять перед магией дуриана.